Привет, друзья! Ну, я тут зачитался. Можете поздравить. Дело в том, что я передал нашей Нелли Литагенту главу, которая должна войти в книгу, которую мы пишем с профессором-офтальмологом, о том, как сохранить и улучшить зрение. Да, и я очень рад, что наконец это смог сделать, потому что я, ну, как говорится, использовал энергию стресса, потому что это было очень сложно, времени было мало, и в этих условиях, очень напряженных, надо было сделать главу, и мне кажется, получилось, и Нелечка, наш литагент, она мне написала: «Хорошо, я очень рад, значит, снова выйдет книга, теперь уже будет там глава по зрению, да, и там глава будет хорошая, я очень доволен, да». Поэтому я поздравляю себя и вас всех, которые меня поддерживают и пишут хорошие комменты с вопросами. Пишите с вопросами комменты, да. А я как раз таки тему создаю для того, чтобы на следующем ролике на них ответить. До встречи, друзья!